Онлайн-ресурс LeiaPix. Искусственный интеллект рисует карты глубины автоматически. Чтобы воспользоваться этим сервисом, нужно либо зарегистрироваться, либо войти из-под аккаунта Google. И вот мы вошли. Она уже сделала мне карту глубины для фрагмента картины Боттичелли. Вот, смотрите, вот она, карта глубины. Можно редактировать. Берем пипеткой нужный цвет. Видите, здесь цвет меняется. И бегунок Depth тоже меняется соответственно цвету. И можно быстренько что-то тут подретушировать. Размер кисти, жесткость, прозрачность. И мы правим карту глубины. И можно все эти действия отменить. И если вы отредактировали карту глубины, то нужно нажать Save. Можно заменить эту карту глубины своей собственной картой. У меня к этой картине карты глубины нет. Жму отмена, жму Discard. Мы тут ничего не правили. И можно поменять способ анимации. Так. 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 Здесь еще настройки для анимации. Именно для анимации. И теперь мы можем это сохранить. Смотрите. P4 оригинального размера, такого же размера, как и изображение. 50 кредитов. То есть за деньги. Вот это бесплатно. Карта глубины бесплатно. Жмем сохранить и сохраняем. Представляете себе? Платно только файл MP4 оригинального размера. Все остальное бесплатно. Формат Facebook 3D бесплатно. Вот эти еще два формата бесплатно. Кто не знает, ну погуглите. Не буду на этом останавливаться. Не хочу делать слишком длинное видео. Маковский за чаем. Сейчас я открою эту картинку. К этой картине Маковского «Боярышня за чаем» у меня есть карта глубины, и мне интересно сравнить, какую карту глубины создаст искусственный интеллект, и совпадает ли она с той картой глубины, которую я нарисовала вручную в фотошопе. Вот, пожалуйста. Вот так вот. А я, представляете, сидела несколько дней, рисовала эту карту глубины. Ну ладно ж. Что ж. Я ее сохраню. Экспорт. Карту глубины сохраняем. И можно заменить карту глубины своей собственной. У меня она есть. Replace Depth Map. Вот она. Ну, разница все-таки видна, да? У меня как бы она более детализована. Давайте сравним то, что я сохранила. Вот это что ли? Да, похоже это. Ну вот, посмотрите, то, что я нарисовала. Вот она, карта глубины. И то, что нарисовал искусственный интеллект. Ну, в общем, я считаю, неплохо искусственный интеллект с этой работой справился. И я тоже молодец. Вот так вот. Интересно, правда? Потрясающий сервис. Карту глубины вам создаст бесплатно. Берите, пользуйтесь. И допиливайте мелкие детали. Ну, супер. Просто супер. Я в восторге. В восторге.